Друзья, я всех приветствую на канале Татьяны. Это я нахожусь сейчас в Пизе. Вот, в Италии на площади. Площадь называется Площадь Чудес. Никаких здесь чудес не было, просто так ее называют. Сзади меня находится госпиталь. А вот, и сейчас я повернусь. Пизанская башня. Вот она. Вот, сейчас просто заходит солнышко. По нашему времени где-то 6:30. И по ихнему 5:30. Вот так вот. Вот такая вот красота сзади меня находится. Собор, опять же, Святой Марии. И вот это вот крестильня. Я стою прямо посредине этой площади. Это, конечно, чудесно, прекрасно. Очень прекрасно. Посещать такие места. Сзади меня вход. Очень много туристов. Сделать фоточку или видео без туриста — это нереально. Может быть, только рано утром, когда мало туристов. Я передаю вам всем привет. Спасибо, что вы у меня есть, что вы меня смотрите. И хочу вам пожелать, всех поздравить с Новым годом. И также пожелать, чтобы вы на Новый год смогли посетить какие-то красивые места, которые нравятся, возможно, вам. Или приехать же сюда, в Италию. В Италии немножко прохладно, ничем не теплее, чем у нас на Украине. Но, тем не менее, ходить приятно, хорошо. Сухой асфальт, как вы видите, зеленая травка. В некоторых местах даже розочки цветут. Ребят, ну что ж, спасибо, всем пока. Не забудьте поставить лайк обязательно, подписаться на мой канал. И до новых встреч на моем канале.